переживает расставание. Он очень скучает. Обижается и показывает, что я обиделся. Я не буду с вами играть, я не буду есть. Меня нужно погладить, подвязаться ко мне. Прежде чем заводить такого экзотического питомца, вам необходимо рассчитать бюджет. Например, содержание Эрмеса обходится в кругленькую сумму. Питание, консультации ветеринара, итог 30 тысяч рублей ежемесячно. Но это еще не все. Если вы решили дома завести такое животное, как сервал, вам нужно прежде всего подумать о большом помещении. Животное должно проживать в большом просторном доме. По всем остальным кошка абсолютно не отличается в своем содержании от домашнего.